Поправки в Конституцию нашей страны обсудили сотрудники казахстанского посольства в Сеуле с политологами Азиатско-Тихоокеанского исследовательского центра. По мнению профессора Омгухо, в Корее, так же, как и в Казахстане, очень сильная президентская система. Нужно изменить ее для того, чтобы адаптироваться к сложной международной ситуации. Поэтому в Южной Корее ожидается усиление роли парламента и судов. Он также отметил, что в Казахстане за прошедшие 25 лет сильная президентская система внесла большой вклад в быстрое развитие экономики и стабильность в стране, но для перехода к новому этапу развития необходимы изменения. Многие страны СНГ имеют очень сильную президентскую систему. Поэтому если Казахстан может реально изменить такую систему, то это будет редкий и успешный случай. И это будет важный момент демократизации.